Друзья, приветствую, на связи Николай Жаричев, видео исключительно для партнеров Rocketon. В этом видео поговорим с вами про цели, планы и задачи на ближайший год, небольшая дорожная карта. Итак, глобальную цель вы нашу прекрасно знаете, я ее не раз обозначал, это 1 миллион пользователей. 1 миллион пользователей – это очень много, друзья мои. Это глобальная цель, я называю ее точка С. Есть, конечно же, точка А. Это где мы сейчас находимся с вами непосредственно. Если мы с вами проложим вот этот путь, который нам нужно пройти из точки А в точку С, то у нас с вами могут появляться промежуточные точки. И, конечно, точка С – это такая глобальная история, к которой мы рано или поздно придем. Но, конечно же, ее достигнуть нереально сложно. И у нас с вами будет в этом году какая-то промежуточная точка, да, то есть это точка Б, может быть. Ну, предположим, мы с вами сможем достичь 10% от текущей цели, глобальной цели. И 10%, друзья мои, это 100 тысяч пользователей. Вы представляете, что такое 100 тысяч пользователей? Криптоинвесторов. Друзья мои, у меня просто нет слов, потому что сообщество из 100 тысяч человек, перед нами все двери сразу же автоматически открываются на крипторынке. Вот эта точка С, это целься в Луну, если даже промахнешься, все равно окажешься среди звезд. Вот это про нас, друзья мои. У нас есть глобальная цель, к которой мы стремимся, но даже если мы в этом году достигнем 10%, это 100 тысяч, 20%, это 200 тысяч, мы достигнем этой цифры, друзья мои. Я хочу сказать вам следующее, что у нас есть цель, у нас есть план, по которому мы двигаемся. План – это дорожная карта. К сожалению, вы не видите этот план, да, то есть он больше для внутренней кухни, для нас с Евгением, да, то есть мы примерно подстраиваемся под реалии этого мира, да, то есть под какие-то кризисы, под какие-то истории, которые случаются в мире. Мы как бы такая гибкая компания. Друзья, в этой жизни все циклично. Вслед за вздохом всегда идет выдох. В мире финансов, да, то есть вслед за глубоким кризисом всегда идет бурный рост. И на крипторынке, друзья мои, все то же самое. То есть вот это движение называется у нас bull run, да, то есть бычий тренд, бык. Соответственно, это движение у нас называется медвежий тренд. И вот мы сейчас находимся с вами вот в этом медвежьем тренде, когда все падает, когда криптовалюта валится, и никто не знает, когда произойдет вот этот разворот. Но вы должны понять одну простую вещь, что когда этот разворот произойдет, мы с вами все от этого выиграем. Все, кто побегут вот этот вот марафонский забег на длинной дистанции, вы будете в огромном плюсе. В бычьем тренде все растет. Америка печатает деньги, соответственно, криптоинвестора несут непонятно куда, непонятно во что, инвестируя. И рынок крипты наполняется огромным количеством денег. Если мы с вами сейчас на медвежьем рынке сможем достичь цели в 100 тысяч, в 200, в 300 тысяч пользователей на нашей платформе, то в момент разворота, когда рынок развернется, перед нами откроются абсолютно все двери. Мы станем самым лакомым кусочком на крипторынке. Что такое 200 тысяч пользователей, которые знают, что такое криптовалюта и как ей пользоваться? Самый желанный товар, друзья мои, это внимание людей. И внимание стоит очень дорого. Это таргетированная реклама, где мы, по сути, конкурируем с другими компаниями. То есть идет просто глобальная война за ваше внимание. Если у нас будет 200 тысяч, 300 тысяч пользователей из криптоиндустрии, то, друзья мои, все захотят, чтобы мы обратили свое внимание на их продукт. Ну и мы сами сейчас создаем очень много продуктов, друзья мои. Мы как компания сейчас создаем огромное количество продуктов. Вы этого не видите, потому что мы не болтаем, да, то есть мы делаем. Сначала сделай, да, то есть потом говори уже об этом. Мы будем работать и двигаться по такому принципу. Но какие-то примеры я вам сейчас приведу, что мы сделаем в этом году. У нас появится свой собственный VPN, да, то есть блокировки нам уже надоели просто, и пожалуйста. Конструктор ботов, лучший конструктор ботов в Телеграме. У нас появится свой криптокошелек. Мы станем валидаторами в сети Тон, и у нас появится свой собственный стейкинг. На базе этого появится большое количество различных продуктов. Это что касаемо сервисов, IT-разработки. Плюс мы каждый месяц добавляем по 2 новых курса в нашу Академию Знаний. То есть наш продукт развивается с каждым месяцем. И когда произойдет разворот, когда рынок развернется, мы увидим Тонкоин по 10 долларов, по 20, по 30 долларов, друзья мои. К этому моменту у нас будет огромное сообщество. И те люди, кто будет держать фокус на нашей компании,
очень сильно от этого выиграют. Потому что мы будем вне конкуренции. Мы уже сейчас вне конкуренции. Среди тех компаний, вот, которые есть на слуху у вас, просто сравните продукт. Там просто перекладывают деньги из кармана в карман, понимаете? Мы же все-таки стараемся, если это образование, то это лучшие спикеры, это лучшая студия для записи. Если это сервисы, да, то есть, то мы работаем над этими сервисами так, чтобы они были максимально качественные. Если вы с нами в долгосрок, то вы увидите, как очень сильно изменится ваше финансовое положение. Все те партнеры, которые с нами с первого дня, прекрасно знают, какой трудный путь мы для себя выбрали. Я уже как-то говорил об этом, что изначально можно идти было простым путем, плыть по течению, как делают это большинство. Выбрать какой-нибудь блокчейн, который популярный, про который все знают. Нет, мы выбрали блокчейн, про который мало кто знает, но у этого блокчейна огромный потенциал. Я уверен, что мы не прогадаем. Если нас будет 100-200 тысяч партнеров, даже в рамках этого блокчейна мы уже будем номер один. Номер один сообщества. И так или иначе, Telegram уже сейчас, да, то есть потихонечку внедряет блокчейн Тон, да, то есть в свои наработки. А Telegram — это 700 миллионов пользователей. Я думаю, что в следующем году они распечатают 1 миллиард пользователей, друзья мои. Это огромная-огромная цифра. И я боюсь представить, какие продукты сам Telegram будет выпускать. И изначально мы столкнулись с огромным количеством проблем, да, то есть от того, что мы не понимали, как работать с этим блокчейном, соответственно, как делать массовые выплаты, мы столкнулись с блокировкой Телеграма, боролись за свое имя, получали блокировки от РКНа, то есть, ну, огромное количество проблем, DDoS-атаки, хакерские атаки, все это мы, друзья, пережили, и сколько у нас еще впереди будет таких трудностей, но мы готовы к этому ко всему. Сейчас я расскажу вам про запуск нового инструмента, который позволит нам достигнуть этой цели гораздо быстрее. И мне хочется, чтобы вы сейчас услышали меня, для чего мы это делаем и какие цели и задачи мы преследуем, запуская этот инструмент. Я надеюсь, что все адекватные, все прекрасно понимают. Итак, поехали. У нас есть Rakuten. Мы запускаем сейчас компанию X, назовем ее компания X. Возможно, кто-то уже знает, кто-то догадывается, но в ближайшее время вы все узнаете, что за инструмент, что за продукт мы запускаем. Это полностью инновационный маркетинг, аналогов которому не было, полностью сбалансированный. Это просто, я не знаю, отрыв в башке. Это просто супер крутой инструмент. Да, то есть, но нужно понимать, что этот инструмент запускается на фиатных средствах. Он будет запускаться в долларах, что позволяет нам привлечь mass adoption, mass market, да, то есть большое количество людей будут туда заходить. В крипту заходит мало, потому что узкое горлышко, все боятся слова криптовалюта, все боятся разбираться в этом, да, то есть нужно работать с людьми, да, то есть чтобы проработать у них вот эти все барьеры, страхи и так далее. То есть с долларами, да, то есть, ну, ничего прорабатывать не надо. Почему доллар? Потому что это международная валюта и у нас международная компания. Это супер уникальный маркетинг, аналогов которому нет. Мы планируем, что в этот маркетинг зайдет только на предстарте порядка 100 тысяч человек. Почему? Потому что только на предстарте мы разыграем 10 автомобилей. Представьте себе, мы разыграем 10 автомобилей только на предстарте. И за ближайшие 3-6 месяцев этот инструмент должен вырасти до 500 000. То есть 500 тысяч человек я хочу увидеть в этом инструменте за ближайшие 6 месяцев. Соответственно, это люди, да, то есть L, которых мы, соответственно, будем что? Знакомить с нашей платформой Rakuten. По сути, люди будут зарабатывать деньги, мы им будем рассказывать про то, что у нас есть платформа Rakuten, где вы сможете диверсифицироваться в криптовалюту и инвестировать свои деньги в Тонкоин, в игровые столы, скажем так, и на этом неплохо заработать и приумножить свои деньги. То есть мы будем знакомить людей с нашей платформой. То есть для нас это очень хороший буст, хороший трафик. Мы будем переносить из платформы Rakuten, мы будем переносить сюда, правильно, вашу команду. Если у вас сейчас к этому активная команда, да, то есть вы для себя просто открываете еще один дополнительный инструмент. Вся структура из платформы Rakuten будет перенесена на новый инструмент. И в моменте вы заработаете очень хорошие деньги. Для людей это, знаете, повод такой стряхнуться, вот, немножечко прийти в себя, скажем так, немножечко заработать денег. При этом вырастут ваши команды, потому что вот эти люди так или иначе придут от ваших людей. Потому что маркетинг уникальный с моментами пассивного дохода. Ладно, там будет 3 источника пассивного дохода. Это просто как магнит, который будет притягивать к себе огромное количество людей. То есть для вас это возможность заработать хорошие деньги на предстарте, потому что структура будет перенесена.
И для вас это возможность увеличить ваши команды в десятки, в сотни раз. И мы с этими людьми будем работать и прорабатывать их на платформу Rocketon. Но, друзья мои, мы только получаем. Мы получаем с этого нового проекта отсюда. Но нужно что-то отдать. Вход, друзья мои, на этот инструмент стоит $10. И чтобы все было максимально честно, мы переносим нашу академию, в которую мы вкладываем огромное количество денег, друзья мои. То есть каждый курс – это поиск суперэксперта, привести его на студию. Соответственно, эксперт тратит время, потом это съемка, это аренда студии, это монтаж, это продюсирование в каких-то случаях, чтобы получился суперкрутой продукт. И я хочу, чтобы как можно больше людей увидело этот суперкрутой продукт, понимаете? Чтобы больше людей обучались и больше людей развивались. Так вот, друзья мои, в рамках Rocketon все курсы, да, то есть по текущему курсу Тонкоина, да, то есть стоит примерно $25. И чтобы все было максимально честно, в новом маркетинге за $10, друзья мои, за $10 мы будем давать доступ только к одному курсу. То есть человек активирует подписку в новом маркетинге, платит $10 и получает доступ к одному курсу на базе платформы Rocketon. То есть мы делимся нашим продуктом с новым инструментом. При этом новый инструмент делится с нами людьми и насыщает наши команды больше деньгами. И дает нам возможность сейчас заработать большое количество денег, да, то есть только на предстарте. И ваши команды, в том числе заработав эти деньги на предстарте, могут прокупать более дорогие игровые столы на платформе Rocketon. То есть вин-вин в чистом виде. Ну что, друзья, я надеюсь, что та информация, которая была в этом видеоролике, вас как-то вдохновит, воодушевит, скажем так, придаст энергии. Кто-то ждал вот этот волшебный пендель. Друзья мои, держите для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне и понимать, куда мы двигаемся. Сейчас, может быть, где-то мы находимся в тени, потому что медвежий рынок, потому что криптовалюты, да, то есть потому что блокчейн Тон еще не такой популярный. Но настанет и наше время, друзья мои. Наступит бычий рынок, и все развернется, и люди понесут деньги в криптовалюту, и в этот момент у нас уже будет супер крутая криптоакадемия. Огромное количество сервисов, огромное количество пользователей, и Тонкоин начнет расти с сумасшедшей скоростью, и огромное количество компаний, брендов будут сотрудничать с нами, предоставляя свои товары, услуги или возможность заработать с ними совместно на крипторынке. Поэтому, друзья мои, желаю вам всем больших чеков и очень надеюсь, что вы все примете участие в предстарте нового супер крутого инструмента. Мы прыгнули выше головы. Для нас это новый level up, друзья мои. Мы переворачиваем игру, мы переворачиваем рынок MLM. Мы выпускаем новый инструмент. Это просто что за зверь, а? Друзья, у меня нет других слов просто. Это мощнейший инструмент, аналогов которому нету. Никто до нас этого не делал. Мы первые. И я очень рад познакомить вас в ближайшее время с этим крутым инструментом. А пока небольшая интрига, друзья мои. Все, друзья мои, увидимся с вами на ближайшей планерке.